Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30 предложит тройную камеру, аккумулятор емкостью 5000 мАч и градиентную тыльную панель. По слухам, линейка смартфонов Samsung Galaxy M должна была быть изначально представлена тремя моделями – M10, M20 и M30. Как мы уже хорошо знаем, вышли только два смартфона из трех, Galaxy M30 еще предстоит дождаться. Тем не менее, источник уже сейчас опубликовал характеристики модели, и они выглядят многообещающе для устройства ценой около $250. Согласно источнику, Galaxy M30 построен на той же соусе Exynos 7904, что используется в Galaxy M20. Но уже базовые объемы памяти тут вполне приличные – 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Диагональ экрана составила 6,38 дюйма при разрешении 2220 на 1080 пикселей. Также в конфигурации модели фронтальная камера разрешением 16 МП, диафрагма объектива f2,0, тройная основная камера с датчиками разрешением 13, 5,5 МП и объективами с диафрагмой, соответственно f1,9, f2,2 и f2,2. Впечатляет емкость аккумуляторной батареи смартфона 5000 мАч. Источник также приводит габариты и массу модели 159 на 75,1 на 8,4 мм и 175 граммов. И отмечает, что у Galaxy M30 будет два цветовых варианта – черный и градиентный синий. О сроках выпуска новинки ничего не говорится, но M10 и M20 стартовали в Индии очень бодро, так что вряд ли в Samsung станут медлить с выпуском еще более интересной модели.